камеру. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я адвокат Илана Лайтман, член правления Азиза, общественный деятель. Что вас связывает с Баку? Я родилась в Баку. Я провела в Баку большинство своего детства. Я получила ценности в Баку, образование, воспитание. Скажите, пожалуйста, что конкретно может в ближайшее время сделать общество Азербайджан-Израиль для того, чтобы укрепить еще больше отношений между нашими странами? Во-первых, между Азербайджаном и Израилем уже существует стратегический альянс, который следует развивать. Кроме того, я как молодой член Азиза считаю, что следует стимулировать отношения между молодежными движениями, стимулировать продвижение женских движений, сотрудничество женских движений. Замечательно. Спасибо вам большое.